Самарские пляжи продолжают готовить к новому купальному сезону. Желающих позагорать пока маловато, поэтому лучи летнего солнца достаются рыжим буйкам. Целая армия выстроилась дружно в ряд. Ко дну они закрепляются при помощи троса и якоря. Такие поплавки определяют границы территории, где купаться безопасно для отдыхающих. А для водного транспорта это своеобразный знак. Заплывать за буйки строго запрещено. Территория для отдыха маломобильных граждан, доступный пляж, преображается на глазах. Рабочие начали устанавливать урны для мусора. К настоящему времени также имеется настил для спуска к воде. В этом году без новинок не обошлось. Завезли обновленные деревянные кабины для переодевания. Внутри конструкции оснащены удобными поручнями и крючками для одежды. Меня полностью устраивает обустройство кабинки, крючки, место. Все устраивает. Набережная хороша. Чистенько, почти каждый год привозят песок. Вот и растолкали, весь мусор убрали. Я тут рядом живу, поэтому я уже это знаю. Нормально. Если отдыхать, то с комфортом. Для жителей также уже начали устанавливать новые теневые навесы двух размеров. Под ними можно будет спасаться от изнуряющей жары. Всего смонтируют 15 теневых навесов с тентами, включая зоны «Доступный пляж» и пляжи на территории Кировского района. Не секрет, что не во всех пляжах имеется зона озеленения, где можно лежать в тени. И, соответственно, для тех граждан, которые не любят лежать на открытом солнце, либо предпочитают действительно принимать только воздушные ванны и не загорать, то они могут разместиться под этим навесом. Напомним, что ранее глава Самары Елена Лапушкина обозначила необходимость модернизации пляжей и поручила профильному городскому департаменту и МАУ «Самарская набережная» сформировать общую стилистическую концепцию для таких зон отдыха. С участием специалистов управления главного архитектора города было определено оформление для раздевалок, зонтов, навесов, лавочек. Согласно этому решению, подрядчик организовал работы по покраске имеющихся элементов благоустройства. По просьбе жителей города в местах, предназначенных для мытья ног, с этого года будут еще и поручни. Готовят и информационные щиты с защитным антивандальным покрытием. При условии благоприятной погоды с основным объемом работ по оборудованию пляжей планируют справиться к концу текущей недели. Приблизить пляжный сезон можно уже сейчас, любуясь красотами Волги, прогуливаясь по песку и отдыхая на набережной. Уже совсем скоро, с 10 июня, профессиональные спасатели будут наблюдать за отдыхающими. Ксения Баканова, Константин Головин, Игорь Казановский. События.